Привет всем, мои любители морозца. Сегодня у нас морозно-морозно. Я в клубе шахматистов на открытом воздухе. Погуляю, а потом пойду дальше. В общем, на Кубань пришла зима. Будем праздновать мой день рождения. Кому интересно, оставайтесь со мной. Разделим волосы на две половинки, будем сушить, так быстрее высушится. Криворукая девочка попробует накрутить соплойкой. Вот я подстриглась. Думаю, это будет легче сделать. Кстати, маникюр. Вкусняшек мы приготовили, об этом я уже рассказала или расскажу. Даже не знаю, как получится. В общем, сушимся дальше. Thank you.
Ну что же, можно снимать маникюры, тарталетки для икры и мягких сыров. Должно быть вкусное. Сейчас картошку будем варить. Картошку. Здесь мясо. Что здесь? Куриные грудки. Куриные грудки. Не рискну их убрать голыми руками. И грибы. Это на жульен. А, и морковь для салата для одного. Пригодится нам. Помытая, но сырая. Ее мы обжарим с луком. Секрет салата я пока не буду разглашать. В общем, ну вкусно было. Что у нас? Ну и, пожалуй, все. Ну что, живот и готов почти стол. Здесь будет еда. Будет много гостей. Салаты я покажу попозже немножко. Почему-то тень какую-то дает. Такие милые салфеточки. Бокальчики. Привет, вот и прошло день рождения. Подруга пригласила в местный дом культуры на танцы. Будем смотреть и танцевать. Кому интересно, оставайтесь со мной. У нас уже стоит. У нас классная елочка. И делают магазины. Кипит строительство. Можно даже сфотографироваться в елочке. Дальше надо идти, да? Сегодня выдались теплый день, нужно поснимать. Кому интересно, в общем, вы знаете, что дальше.